Итак, еще раз всем привет, меня зовут Николай, это наше второе видео, посвященное аудиту юзабилити. Мы до этого посвятили первое видео, посвященное АБ-тестированию и первой части аудита юзабилити, на что нужно обращать внимание. А сейчас мы пройдемся по самому важному, мы пройдемся по главному чек-листу аудита юзабилити своего собственного сайта и разберем сайт, как говорится, по запчастям и постараемся каждую запчасть сайта разобрать, какая она должна быть, что в ней должно находиться по пунктам. Итак, поехали, будем разбирать каждый пункт. Давайте коротко разберем, действительно, из чего состоит на самом деле сайт. Да, мы будем разбирать сайт на составляющие, поэтому будем обращать внимание, из чего он на самом деле состоит. В первую очередь, давайте посмотрим на каждый сайт в отдельности. И пойдем по сайтам вот непосредственно по пунктам. И будем разбирать любой сайт, который мы сейчас откроем, просто по отдельным деталям. Идем в сеть интернет и ищем любой сайт, не знаю, который будет, например, продавать пиццу. Просто возьмем любую такую вот своеобразную пиццерию. Ну, первую попавшуюся берем там. Давайте вот эту возьмем пиццу. Вот у нас есть пиццерия. То есть мы видим, сайт у нас состоит из нескольких составляющих. Мы видим непосредственно шапку, мы видим подвал. И это можно все посмотреть. Вот есть шапка сайта, вот подвал есть сайта. Это его основные структурные элементы, на которые можно обратить внимание. Они на самом деле, если мы откроем сейчас несколько других сайтов, которые занимаются тем же самым, мы обратим внимание, то, что, допустим, даже у крупного магазина Amazon тоже есть шапка и тоже есть подвал. То есть это нормальное явление, в принципе, для всех видов бизнеса. И, допустим, если мы зайдем, откроем любую другую пиццерию, там Domino's, например, откроем, даже если мы откроем Википедию, мы обнаружим, что у каждого сайта есть шапка и есть подвал. У каждого. Это есть некий такой канон сайта производства, потому что каждый сайт создается примерно по единой системе. Похожие примерно на документы Word, которые состоят из верхнего колонтитула и нижнего колонтитула. Нам так привычнее понимать, что сверху находится наиболее полезная, часто используемая информация, в то время как в подвале находится вся остальная информация, которую обычно долго искать, но она идет вся списком. То есть, ну, если она нужна, я обычно кручу вниз. Это психологический трюк, что в шапке и в подвале находится разная информация, но кое-что может дублироваться. Обратите внимание сейчас по той же пиццерии, которую мы смотрим, в шапочке мы видим расписаны, то есть телефоны, то есть мы увидим, да, то есть там отдельные кнопки списка желаний, выбор региона. И, соответственно, в подвале у нас тоже будут повторяться телефоны, выбор региона, логотип, но будут кое-какие другие элементы. Давайте коротко пройдемся, что конкретно должно где стоять. Конечно же, посмотрим в первую очередь на шапки наших сайтов и обратим внимание, что на них есть. В первую очередь шапка содержит в себе следующие элементы. В первую очередь, это элемент контактов, любых, которые могут быть. Это может быть просто телефон горячей линии вашей, или же, допустим, несколько телефонов сразу указанных, или как у нас на сайте, например, это могут быть указаны просто мессенджеры. То есть, если у нас вот на сайте нашу шапку посмотреть, в ней просто идут мессенджеры и тот же номер телефона. Во-вторых, для тех людей, которые действительно иногда хотят, ну, как бы могут зайти в позднее время суток, и им нужно заказать для них, и должна быть функция заказ звонка. Ну, то есть помимо просто вызова, то есть заказ звонка. Здесь заказа звонка как такового нет у пиццерии. Почему? Потому что ниша достаточно быстрая, и ниша здесь не требуется. Мы же, например, используем заказ звонка, потому что часто дозвониться до нас получается проблематично, мы можем с кем-то другим говорить. И, соответственно, обработать заказ звонка гораздо удобнее, потому что мы можем подготовиться к его разговору и уже действительно ответить на большинство вопросов через простейшую форму. Таким образом, как вы видите, шапки сайта, эта полосочка является ключевой и важной. Третье, на что мы обратим внимание, это же, конечно, логотип. Он может находиться посередине, он может находиться, получается, для меня слева, для вас, нет, вот рука, к сожалению, да, вот сын слева, в левом углу. Почему? Я рассказывал в своем прошлом видео
про audit usability, что пользователи читают по определенному скрипту поведения. И левый верхний угол – это первый угол, куда смотрит взгляд пользователя. И поэтому вы должны это учитывать, когда создаете свой сайт. Эти элементы должны находиться именно здесь. То есть второй момент – логотип должен быть всегда кликабельным. Заметьте, сейчас на страницах пропала кнопочка «Вернуться на главную». Она пропала за своей ненадобностью, она устарела. На некоторых старых сайтах ее попросту иногда еще можно найти, но она реально устарела. И теперь для того, чтобы вернуться на главную, из любой страницы, на которую мы попали, мы просто нажимаем на логотип. Нажимая на логотип, мы возвращаемся всегда на главную. Это есть такая особенность даже у Гугла. Она есть даже в поисковике Google. Это стандартный элемент поведения, поэтому логотип всегда должен быть кликабельным и вести на главную. Таким образом, решается проблема номер один перелинковки. Все страницы должны вести на главную. При помощи кликабельного логотипа эта проблема решается автоматически. То есть с любой страницы можно всегда вернуться на главную страницу, кликнув всего лишь в логотип. Само собой, логотип на сайте должен быть в виде изображения, которое можно открыть и, конечно же, посмотреть. То есть, если мы откроем его сейчас и посмотрим, это изображение. Если момент, что изображения неплохо делать небольшими, почему? Потому что, ну, они довольно-таки тяжелые и загружают сайт, это тоже нужно учитывать. И, конечно же, логотип должен иметь alt-tag, название вашей компании. Это ключевое для действительного продвижения, чтобы потом, когда вы гуглите слово, название вашей компании в поиске картинок, вы, конечно же, видели свой логотип, чтобы он тоже индексировался и выдавался вам в выдаче. Вот зачем нужно делать действительно логотип кликабельным. То есть это ключевая задача. Итак, едем дальше. Следующее, чему нужно уделять внимание, конечно же, при создании интернет-магазина, это слоган. Слоган – это то самое короткое название, которое обычно прячется под логотипом. И сейчас мы откроем несколько сайтов и посмотрим, есть ли у них слоганы или нет, и придерживаются ли они этих требований. И действительно, ну, определимся, нужен слоган на самом деле или нет для ряда видов бизнеса. Сходим в другую нишу, так называемую выкуп авто. Это выкуп авто, это такой вид бизнеса, когда, допустим, вам нужно срочно продать машину, и кто-то ее выкупает. Посмотрим, действительно такая необычная ниша, специально пойдем такие ниши, которые являются необычными, и посмотрим их сайты, как они выглядят на текущий момент в поиске. Ну и, конечно же, ого, класс. Да, нишу я выбрал, конечно, тяжелую, сайты тут, конечно, поломанные. Ну вот, как мы видим, первый же сайт, который нам открылся, один и тот же сайт открылся, мы видим, даже в этой нише, в логотипе, пишется четко, чем, ну, и чем они отличаются. Да, конечно же, рядом у логотипа они добавили, помимо названия, еще название «Скуп авто». Понятно, что это типа они акцентируются на скупке авто. И добавили свое УТП, что работает по всей Украине. То есть, таким образом, если посмотрим какие-то любые другие сайты еще по этой нише, мы можем точно так же проверить. Мы увидим, что все используют ключевой слоган «Выкуп авто по всей Украине», то есть используя под названием фирмы всегда какое-то УТП, которое является слоганом, то есть одновременно коротко крикнутый слоган. Я специально пошел в такую нишу, где действительно мы можем встретить очень странных, как говорится, клиентов. Где-то мы не увидим УТП, ну и, соответственно, и увидим слабый сайт. Мы подсознательно понимаем, что сайт слабый. Но в этом видео я научу вас отличать хорошие сайты от слабых, непроработанных и не готовых. Итак, смотрим дальше. По поводу этой ниши, то есть по поводу слогана, вы, надеюсь, меня поняли. И мы перейдем сейчас к следующим составляющим шапочки. Мы только рассматриваем шапку сайта, что должно быть. Сейчас мы пойдем посмотрим, какие бывают интернет-магазины. Наверное же, из тех, кто живут в Украине, знают множество интернет-магазинов, поэтому мы выберем какую-то такую нишу, которой точно крупные магазины мы, возможно, можем и не встретить, и пройдемся по ним. Мы возьмем, например, нишу продажи мобильных аксессуаров. Я с этой нишей работал, поэтому будет очень интересно снова вернуться. Купить, допустим, возьмем чехол на iPhone. iPhone, допустим, SE. Почему бы нет? Такой вот возьмем нишу необычную, посмотрим, у кого что есть. Ну и, конечно же, давайте открывать первые попавшиеся сайты и смотреть на их, как реализованы у них непосредственно те самые шапки. И смотрим.
В первую очередь, конечно же, что мы видим, нас встречает. Сайты обычно могут предлагать интернет-магазинов дополнительный функционал – это выбор города. Зачем это нужно? Для удобства отображения наличия, а не для того, чтобы продвигаться по конкретным регионам. Помните, что первоначально делается эта штука для удобства, потому что, например, в моем городе, который, кстати, не Киев, потому что плагин работает с ошибками, мой город не Киев, он выдает неправильно, на самом деле мой город другой, мы выберем его действительно другой и покажем непосредственно Одессу. Произойдет перезагрузка страницы и контент обновится. Вы видели, что контент обновился и изменилось то самое наличие этих чехлов поближе, которые находятся на складах города Одессы. Зачем это нужно? Если я вижу чехол по топовой цене, но мне он обойдется со стоимостью доставки еще дополнительно, мне это вряд ли заинтересует. Но меня заинтересуют те чехлы, которые находятся в Одессе, где я смогу их прийти и забрать в магазине. Поэтому однозначно меня заинтересуют те аксессуары, которые находятся в моем городе в наличии. И вот этот момент очень важно реализован за счет четкого указания города, в котором я нахожусь. То есть, если я выберу какой-то другой город, мы увидим, наличие меняется для каждой страницы. Угу. Где-то меняется, где-то не меняется. Но логика заключается в том, что он должен меняться. Вот. Зачем это сделано? Это делается для удобства пользователя. Только одно единственное вы должны помнить, это удобство пользователя. Все остальное имеет меньшее значение. Наличие делается при помощи этого модуля города. Понятно, что многие спрашивают потом, а как реализовать сайт по гео? Это тема отдельного видео, я думаю, посвящу этому отдельное видео. Кстати, ребята, кому это интересно, ставьте лайки этому ролику. Будет много лайков, я сниму четкое видео, как разбивать и продвигать сайт по разным гео. Это будет, вам думаю, очень интересно для сайтов, которые, допустим, занимаются доставкой, либо работают на всю страну. Вот. В следующем, говорится, пункте, чтобы мы обратили в интернет-магазинов. Конечно же, мы видим, это кнопочка, так называемая, список желаний и список просмотренных товаров. Мы возьмем еще парочку других магазинов для того, чтобы понять, как это реализовано на разных магазинах у разных конкурентов. Почему? Потому что смотреть на один сайт не всегда есть верно. Когда вы делаете audit usability, вы должны смотреть не на себя, а на своих конкурентов. Причем, чем больше вы изучите в выдаче, тем лучше. То есть, по факту, вы должны, ну, пройтись прилично вниз и посмотреть практически всех товарищей, на всех обратить внимание. Итак, смотрим первый магазин, которые мы видим. Мы видим те же элементы: личный кабинет, закладки, корзины, оформление заказа. Окей. Смотрим розетку. Выбор города, даже выбор языка, личный кабинет, список товаров, список сравнений, корзина. iLounge, магазин такой есть, знаем его. Нет, я не в городе Луцк. Тоже список телефонов, время работы, корзина, личный кабинет, поиск. Кстати, поиск, да, поиск. Обратим внимание, на всех сайтах есть поиск в шапке. Поиск, поиск. Коротко мы уловили все элементы, которые есть. Они на самом деле для интернет-магазинов являются действительно ключевыми. А почему? Потому что все интернет-магазины, вне зависимости от того, какая у них CMS, где они искали программистов, где они делали, они смотрят друг на друга. Они не будут создавать магазин, в которых этих элементов не будет. Магазин, который создает сайт без этих элементов, я говорю про интернет-магазин, обречен на провал. Как создавать сайты для интернет-магазинов, я писал большие статьи, ссылочки я оставлю в описании. Обязательно сходить почитать, как создается интернет-магазин, как делается ему структура и как он продвигается. И вот ключевая особенность у интернет-магазинов, у них необычные шапки. Они действительно нагружены, и в них много интересных элементов. И даже в самом крупном магазине Amazon есть те же самые элементы. Есть выбор языка, есть метод входа, то есть где вы логинитесь в внутренний кабинет. Есть корзина, есть там менюшечка, которая выезжает. То есть вы увидите, что даже в сжатой менюшечке Амазона есть все. И вы это можете увидеть непосредственно прямо на сайте Амазон. Более того, если вы обратите внимание, главная страница Амазона, она пустая. Она действительно пустая, здесь крутится главный дил, который они непосредственно сейчас в данный момент пиарят. Чем они отличаются? И, собственно, для входа уже, соответственно, чтобы получить персональные рекомендации, тут нужно типа залогиниться.
Потому что получать персональные рекомендации на Амазоне нужно залогиниться. То есть вас встречают довольно-таки скудно. А главное, они к этому пришли, потому что главное получалось перегружено и лишнее. В ней непонятно было, что показывать, потому что товаров на Амазоне огромное количество. Как понять, что показывать? Понятно, что интернет-магазины, которые специализируются на каких-то одних видах нишевых товаров, они показывают ключевые товары на главный. Почему? Потому что, собственно, ну потому что их надо продавать. Поэтому они и на главный, как говорится, на фасаде, на витрине. Соответственно, даже если посмотреть на крупных там мастодонтов всей этой ниши, да, можно посмотреть, что их главные на самом деле выглядят, ну, нагруженными. Но поехали снова к шапке. На шапке мы видим следующие элементы. Мы пойдем в первую очередь элемент поиск. Как должен работать поиск у интернет-магазина? Конечно же, он должен уметь искать конкретный товар, который я ищу. То есть я ищу непосредственно на чехол на iPhone SE, он мне должен его предложить. То есть, если он мне не предлагает, соответственно, я уйду. Значит, товара либо в этом магазине нет, и я его не найду. То же самое мы сделаем здесь, на том же другом магазине розетки. Он тоже мне прямым текстом говорит, что «Ого, чехол на iPhone SE в категории чехлы для мобильных телефонов, предлагает поискать». Соответственно, если мы посмотрим еще интернет-магазины, так, SE. Здесь, видите, он выдает уже сразу товары мне. Какой из них вариантов удобнее? Кстати, хотелось бы увидеть варианты в комментарии. Вариант, который мне не выдал, выдал не то, что я ищу. Вариант, который меня перекинул на поисковый запрос. Просто перекинул в раздел по запросу SE. Ну, то есть, как вы видите, да? И тот, который выдал мне просто список товаров. И как бы вынуждает меня зайти в какой-то один из них. Я считаю, что самый правильный вариант реализован у этого магазина. Потому что по факту, просто даже банально через поисковый запрос, это поисковая строка. Он меня не кинул в рубрику, потому что у него этой рубрики нет. Он перевел меня на список товаров, которые соответствуют этой рубрике. И я вижу товары, которые мне подходят. Я их могу спокойно купить, потому что они совместимы с моим гаджетом. Этот магазин мне предложил ничего. То есть, по факту, он мне предлагает просто перейти в каталог. Ну, класс, я перехожу в каталог. И самое забавное, я не понимаю, где он. Хотя, на самом деле, я до этого в этой рубрике был. Ну, то есть, как вы видите, да? То есть, я в эту рубрику заходил. То есть, если мы снова еще раз забьем в поиск. Чехол на iPhone. SE. Вот, мы вбиваем его и... Ага, только если я нажму Enter, он тогда переходит. Ну, то есть, как вы видите, если я Enter не нажал, поиск как таковой не срабатывает, он не понимает, что я ищу, еще и подлагивает. Поэтому мы убираем все то, что действительно выбирать вариант, когда вываливается нужная рубрика, то есть когда вываливается конкретная рубрика. То есть вот есть категория, 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 то есть это позволяет мне искать в конкретной категории, это действительно удобное решение. Когда поиск не интуитивен и на варианты поиска он никак не реагирует, это довольно является, ну, грустным вариантом и действительно ухудшает юзабилити любого поиска. То есть, соответственно, если я вот здесь сделаю чехол на вон SE, здесь мы обратим внимание, что здесь функционал поиска на голову превосходит все, что мы увидели. Он одновременно в поиске мне сразу предлагает и чехлы, и все результаты позволяет перейти, и перейти непосредственно в рубрику. Если я перейду непосредственно в рубрику, он меня перекинет на... Ну, к сожалению, казалось бы, все классно, но реализовано то, что меня перекинуло на чехлы для телефонов, а не по моему запросу. И мне придется снова вылавливать, где же у него этот SE. Я специально выбрал такую узкую рубрику, узкий телефон, то есть, точнее, редкий телефон в популярной рубрике. И это действительно проблема поиска на сайте. Вторая проблема поиска на сайте – это когда поиск делается безграмотно. Когда мы ищем вот так. Вот. И когда мы ищем вот так, мы иногда можем ничего не увидеть. Посмотрим, как среагирует на этот запрос большинство наших магазинов. Вот мы сейчас вобьем чехол на iPhone. Опс. Смотрим. И удивляемся, что в одних магазинах он понимает, что мы ищем, в других магазинах нет. Здесь, как мы видим, чехлы выбивает на все.
как говорится, здесь магазин не справился, здесь магазин справился, ну как сказать, практически справился, если мы ему на шестой предложим, о, справился. Розетка, например, по этому запросу не справилась, просто не справилась. Здесь как бы вариантов подсказки не вываливается. Обратите внимание, они вываливаются. Вываливается, но снова в виде списка товаров. Обратите внимание, этот функционал называется функционал синонимов. Для того, чтобы ваш сайт понимал, iPhone написано по-русски, iPhone написано по-английски, либо iPhone написанное не полностью, вот так. Это делается только при помощи функционала синонимов. Синонимы могут настроить вам ваши программисты, но вам их чаще всего вручную придется прописать. Именно благодаря синонимам и реализуется поиск по безграмотным запросам. На поиск ставится специальная аналитика, которая позволяет отследить, что люди вбивают вам в поиск на сайте, чтобы вы могли добавлять синонимы и улучшать поисковый движок на своем сайте. Помните, если пользователи приучатся искать на вашем сайте, они будут только на нем и искать. Они не будут искать в других местах, а еще хуже, если они на вашем сайте ничего не могут найти и в Гугле ищут. Такое тоже бывает, если они не могут найти на вашем сайте и ищут в Гугле, почем оно у вас. Это правда, это проблема действительно навигации. Поиск – это первый элемент навигации, на который нужно обращать внимание. Помните, поиск должен быть по всему. По товарам на вашем сайте, по статьям в вашем блоге, либо новостном ресурсе, по каким-то материалам, полезным файлам, которые у вас есть в вашем файлообменнике. По всему чему угодно. Поиск должен быть удобным. И здесь нет предела совершенству. Я показал на примере, как поиск реализован у разных. У кого-то, как в том меме Вовочки, и так сойдет, а у кого-то действительно классно. И здесь вы должны понимать, что если вы не будете уделять внимание даже вот этому маленькому элементу, вы не думайте, что пользователи захотят у вас прямо вот так вот брать и покупать. Видно сразу, кто заботится о своем сайте, а кто о нем не заботится вообще. Помните, можно сайт сделать дорого, можно не заботиться вообще. Едем дальше, смотрим другие элементы. Следующий элемент, который мы посмотрим на любом сайте, который занимается коммерческой деятельностью, в частности интернет-магазины, это модули регистрации и модули входа. К этим элементам действительно меньше всего проблем. Единственный момент, всегда на сайтах нужно рассматривать весь процесс целиком. То, как пользователь пытается зарегистрироваться, то, как пользователь пытается войти. Мы сейчас обратим внимание у крупных интернет-магазинов, как у них реализована регистрация и вход. Это те же наши магазины, которые мы до этого рассматривали по мобильным аксессуарам. И посмотрим, как у них реализованы даже просто эти элементы реализации, ну, входа личного кабинета. То есть мы вернемся сейчас на главные страницы и посмотрим еще раз. Как мы видим, первый магазин встречает нас четко текстом «личный кабинет». Большинство людей действительно обращают на это внимание и сразу выбирают, как туда попасть. Если вам что у них кликабельного нет, оно вываливает менюшку «регистрация» или «вход». Менюшка довольно мелкая, делайте чуть-чуть крупнее. Так лучше делать не стоит. Заходим мы действительно в меню, то есть если я выбираю «регистрация» или «вход», самое забавное, что мы видим, ага, если делаю «вход», то понятно, то есть оно выкидает меня на регистрацию. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на моменты регистрации. То есть, когда вы регистрируетесь, мы должны понимать. Смотрите, вот, например, в розетке всего одна кнопка, которая предлагает сразу либо вход, либо регистрация. То есть есть кнопочка входа, есть кнопочка как войти через соцсети, есть кнопочка зарегистрироваться. И обратите внимание на то, как выглядят регистрации на разных интернет-магазинах. И я вам скажу сразу, какие элементы регистрации сделаны хорошо, а какие элементы регистрации сделаны плохо. Обратите внимание, первый магазин нас встретил просто какой-то безумно сложной системой регистрации. Если вы будете делать такие системы регистрации, вы обречены. Я не уверен, что пользователь пройдет ее целиком. А если пройдет, это очень терпеливый пользователь, которому действительно нужен ваш товар, ну и он его просто в других местах нет. То есть это тот, действительно, который нашел тот эксклюзив, который есть только у одного из вас, конечно, он пройдет весь этот ад регистрации и будет регистрироваться. Если он нашел его в двух местах и цена одинаковая, он зайдет, поймет, не поймет, как заказывать, если он еще действительно начнет по этому пути покупать, то он застрянет. Кстати, многие из-за этого владельцы интернет-магазинов говорят, ну типа, и все равно этим никто не пользуется, они могут купить просто там, закинув в корзину, либо позвонив. Таким образом, вы теряете большую часть покупателей. Поймите, это масса покупателей. Какая-то часть людей отсеивается, если что-то им непонятно. Какие-то люди действительно готовы пройти. Гики пройдут, для них это как испытание, они пройдут всю регистрацию, зарегистрируются и позвонят вам или там свяжутся с вами.
Но такую регистрацию, допустим, какая-то домохозяйка не освоит. И поэтому здесь вот вы действительно можете столкнуться с тем, что ну, это перебор. Розетка, например, предлагает всего лишь три варианта регистрации. Как вас зовут, ваша почта и придумать пароль. И потом же все остальные этапы регистрации, они будут проводиться отдельно. Розетка узнала ваш пароль, ваш e-mail, ваше имя. И вы уже можете продолжать покупки. Почему? Потому что уже эти данные у него есть, и он может с ними работать. Тот же самый Elange предлагает ту же самую систему. И либо предлагает войти под созданными автоматически регистрационными данными через соцсети. Вы можете вообще никогда не ходить на e-mail и только через соцсети производить все свои покупки. Авторизация на фишке реализована по той же системе. То есть, как мы видим, никогда не делайте сложные элементы регистрации. Сделайте регистрацию поэтапной, когда первичная регистрация позволяет уже пользоваться функционалом сайта, покупать, добавлять корзины, все что угодно делать. И это происходит буквально там в пару кликов, в пару телодвижений и не требует каких-то сложных задач, никаких сложных действительно умозаключений. Регистрация должна быть очень простой. Так же, как и вход, и должно быть все находиться в достаточно понятном и удобном месте. Старайтесь избегать пиктограмм, которые никто не понимает. Я, например, с трудом понимаю, в чем разница пиктограммы. Например, вот здесь глазик и непосредственно сердечко. То есть для меня это немножко непривычно. Точно так же пиктограммы, там, когда изображаются меню, поиск, этот, я понимаю, что они привычные, корзины, пиктограммы сейчас уже все узнают, но я бы не понял, что это личный кабинет. Ну, я бы мог не понять. И теперь мы переходим к модулю, который называется модуль выбора города. Модуль выбора города на самом деле это действительно сложный модуль, потому что он в первую очередь должен работать от гео, во-вторых, он должен показывать действительно, в каком городе вы находитесь, и подстраивать функционал. Так вот, модуль выбора города это действительно проблемный модуль, потому что я редко видел, чтобы он полноценно работал. Вот, например, вот у этого магазина мне предлагают хоть и в Запорожье киевский телефон, а не из местного города. Соответственно, модули выбора города в крупных магазинах я практически, ну не знаю, давайте посмотрим, как здесь. Ну, ничего не меняется. Снова киевский номер телефона, как ни крути. То есть, на самом деле, функционал выбора города должен отражаться на наличии, должен отражаться на контенте. Идеальнее всего, это я замечал, реализованное на магазине Comfy. Мы смотрим интернет-магазины Украины, как раз это будет очень удачно. Вот, если мы возьмем, зайдем в любой товар, даже маски, антисептики, обратите внимание. Давайте ради интереса посмотрим, все-таки маски и антисептики, это сейчас товар максимального спроса. И посмотрим, сколько их есть. Наличие, наличие, наличие нет. В Запорожье нет. Соответственно, если мы выберем Киев, ничего не изменилось. Но зато товары есть. По 129 гривен, по 99 гривен. Все грустно. Но, в общем, как вы видите, все равно в зависимости от выбора города подстраивается товар, по идее, как должен подстраиваться товар и меняться наличие. Но мы сейчас выберем какой-то товар, который точно есть в наличии, который никуда не делся, наверное, мы подозреваем, что водонагреватели никуда не пропадали, и пройдемся по ним. И посмотрим, как действительно реализуется модуль гео в зависимости от выбранного города. То есть мы сейчас посмотрим от Запорожья и посмотрим, какие товары поменяются. Atlantic Round. Запорожье на первом месте. Нет, смотрите, все точно так же. Ранее было наоборот. Ранее в зависимости от товара менялось его наличие. И, конечно, ну, что очень удобно реализовано было, это самовывоз из магазина. И здесь вот в наличии какого города можно было всегда выбрать. Вы выбирали город, перекидывало на другой город и смотрели, в каких городах он есть. Где доставка, то есть подъем на квартиру, это все было действительно очень удобно. Действительно, здесь это очень удобно сделано. То есть модуль гео направлен на то, чтобы пользователь, допустим, из города Киев, попав на эту страничку, он увидел весь контент касательно Киева. Он увидел, что он есть в наличии, что его можно забрать из магазина. Вот действительно можно нажать «Узнать наличие», можно вот сразу проверить, где он в каком магазине лежит, где нужно его дозаказывать. Это действительно реально удобно. То есть вы можете увидеть, что вот по городу вот можно пробить сразу наличие любого товара. И это, ну, действительно классная штука. То есть вот так оно должно работать, если у вас действительно много магазинов и он находится на каких-то складах. Это действительно улучшает возможность, ну, выбрать товар, не покидая из дома, учитывая, что сейчас действительно лучше не покидать дом, а сразу проверить, есть ли он в городе. Нет, долго ждать, недолго, доставят, не доставят.
оптимальный вариант действительно проверять наличие в режиме онлайн. И это сэкономит ваше время, вам не надо лишний раз ходить и высматривать этот товар. Поэтому к геомодулю действительно нужно относиться не просто для того, чтобы он был пассив, он должен давать функциональную помощь. И последние элементы, которые мы вот обратили внимание, это корзина. А вот с корзиной у всех действительно очень все плохо. И мы будем сейчас смотреть наши же магазины, которые мы изучали, и пройдемся по их корзинам. И корзины у интернет-магазинов это, ну, я бы так сказал, действительно проблемное место, на которое, ну, многие не обращают внимания. То есть, если мы зайдем в корзину, допустим, попытаемся купить любой товар, мы заходим в заказ у этого магазина, например, и давайте зайдем. То же самое сделаем у второго магазина. Я даже не узнал, что я товар добавил в корзину. Обратите внимание, разницу между первым вариантом, да, где я нажал, и она предлагает уже оформить, и вторым магазином, где я нажал на кнопку, я могу еще раз так нажать, их уже там три штуки лежит. Вот. Кнопочка корзины должна быть действительно интерактивной. Интерактивной в полном смысле слова. Она должна не просто триггерить, да, скрипт. Она должна полноценно отвечать на функционал и взаимодействовать с пользователем и давать ему ответ, что я добавила ваш товар в корзину. Более того, она должна иметь очень четкий дизайн, находиться на удачном месте, не прижатая как-то к углу, находящаяся, ну, как-то посерединке в удобном месте. Более того, покупка прямо из каталога – это сейчас просто привычная. Она не должна вести на товар. Вести на товар должна картинка товара, название товара. Кнопка «Купить» уже должна покупать. Запоминаем. Запоминаем эти простые уроки. То есть она уже должна сразу предлагать купить. Она точно не должна проводить человеку экзамен, который является для покупки. Я зашел в конкретный товар, мне нужен конкретный товар, я должен все это проводить сам. Вместо этого я должен проводить какое-то безумие, вот, выбирать какой-то тест и отвечать на вопрос. А если мне надо сейчас разные накидать, это я просто вот так показываю, как это не должно выглядеть. И это на минуточку найдены случайно магазины. Итак, мы добавили товары в корзину. Допустим, мы сейчас добавим из каталога резиновых сапогов для мальчиков какие-то еще сапоги. Так вот, например, вот очень прикольно с обувью реализовано, когда мы попадаем сразу на нужную обувь, но нас интересуют все-таки смартфоны. Это то, что касательно обуви, я думаю, постараюсь рассмотреть в других, возможно, обзорах. Но, например, смотрим, как это реализовано, допустим, у тоже розетки, да, как она выбивает. Здесь мы уже проверили. Ну и в комфи можно, например, посмотреть, как работает система с фононагревателями. Как реализована корзина. Ага, как мы видим, здесь она предлагает, все равно переходит на страничку купить. Вот. Ну, в целом оно всегда выводит одно и то же, выводит корзину с товаром и возможность сразу покупки там разными методами, то есть и тому подобное. То есть и предлагает сразу дополнительные сервисы. Это очень важно. То, что вот мы увидели сейчас на мониторе у розетки и у комфи, это и называется техника кросс-продаж. Кросс-продаж – это когда вы продаете что-то дополнительно к существующему товару. У 95% интернет-магазинов, которые я продвигаю, эта техника не используется. Они попросту игнорируют свои потенциальные продажи и теряют продажи на пустом месте. Я в очередном вебинаре обязательно хочу остановиться на этой проблеме. Я буду рассматривать исключительно интернет-магазины и соберу только интернет-магазины на отдельный вебинар. Поэтому, пожалуйста, ссылочка для участия в вебинаре в описании. Кто смотрит этот ролик, обязательно подключайтесь. Я рассмотрю в ближайшем, возможно, в середине или в конце апреля вебинар по интернет-магазинам. Будет такой марафон. И пройдусь по всем слабым местам. Но вот те, кто смотрит это видео, ответьте на вопрос, используете ли вы кросс-продажи или нет. А если нет, то ответьте, почему. Просто хотелось бы увидеть, почему вы это не используете. Я очень хочу узнать, почему владельцы сайтов не используют технику кросс-продаж в своей корзине. Имеется в виду именно в корзине, когда пользователь нажал кнопочку «Купить». Не какие-то методы до продажи по телефону, а пока он еще даже этого не сделал. Хочется услышать аргументы. Действительно, это будет очень интересно узнать. Как мы видим, юзабилити позволяет продавать.
То есть зачем нужно юзабилити? Юзабилити продает. Оно действительно помогает продать товары, не отходя, как говорится, от кассы. То есть вы даже ничего не делаете, а клиент покупает еще один товар благодаря тому, что он зашел и купил. То есть он может сразу выбрать дополнительную гарантию, проверить там набитые пиксели, например, в магазине, сразу заинтересоваться. Ну и, конечно же, оформить заказ. Итак, как мы едем дальше, мы видим по остальным магазинам. Да, нет, это сохранить корзину мне не надо. Вот это мы сейчас в этой безумной корзине. Смотрим еще парочку магазинов. И вот мы нажимаем оформить. И вот мы тоже видим кроссы уже в оформлении корзины. Добавьте необходимые аксессуары по спецценом. Предлагает мне к моему телефону специальные аксессуары по специальной цене. Как мы видим, чехлы, защитная пленка, защитное стекло, док-станции. Все по фулл фаршу со специальной ценой. Это и есть техника кросс-продаж. Все, что необходимо, прямо вот перед глазами. Берем, используем у себя, настраиваем. Помните, что кросс-продажи без программиста вам попросту не настроить. Вам нужно действительно продумать логику и контент-менеджеру подвязать нужные товары под каждый товар. То есть сделать внутреннюю логику продажи кросс-товаром. Потому что если вы будете продавать утюг, то под него желательно продавать гладильную доску и средства для ухода утюгом. А уж точно не мобильные аксессуары. Поэтому да, здесь придется, как говорится, попотеть и поработать. Но если вы любите свой бизнес, вы это сделаете. Если это для вас просто поточный бизнес, вы это не сделаете. Нам это для клиента сделать невозможно. Мы SEO-специалисты. Мы говорим, как оно должно работать. Но помните, реализацию вот этого кросс-маркетинга реализует действительно маркетолог этого проекта, который ним занимается, ним потеет, ним болеет, с него получает доход и за него работает, и действительно в нем чувствует прибыль. Это либо действительно руководитель, либо нанятый им помощник руководителя, который действительно этим потеет и занимается. Это правда, этим нужно заниматься. Итак, по поводу корзины, смотрим, видите, сколько я говорю только про одну корзину, я еще не остановился. Как мы видим, корзины, например, разных магазинов, они по умолчанию предлагают оформить заказ по-разному. И мы сейчас это, конечно же, сделаем и изучим каждую из них, даже самые неудачные. Как мы видим, крупный магазин «Розетка» предлагает сразу стать мне постоянным покупателем, то есть указать, я новый покупатель, постоянный покупатель, мне придется указать имя. Ну и, соответственно, нам придется везде эти данные, конечно же, сейчас указывать. Ну, конечно же, мы постараемся все эти данные по максимуму придумать для того, чтобы пройти весь путь до конца. В этом магазине единственное, что может быть, ребята, если будет слишком медленно, я постараюсь, конечно, это как-то ускорить, но постараемся все это сделать, но я буду комментировать. Здесь мы будем все что угодно писать, там Иван, имя, фамилия, Иван Иванов. Ну, здесь, к примеру, будет наша почта, которую мы там какую-то объем. Вот, телефон, адрес склад, а я не знаю, какой адрес склад, ну давайте первый, город, ну давайте там Киев. А интересно, если мне не нужен адрес склад, зачем я указываю адрес склад новой почты, если я доставку использую по Киеву, а если я, допустим, укажу Одесса, и выберу доставку по Киеву. То есть, ну, то есть, вы понимаете, вы когда создаете новые поля, вы должны продумывать логику. Если выбрал одно поле, оно должно взаимоисключать другое. То есть продумайте логику, чтобы заполнять полей было максимально меньше. Крупные магазины, такие как Amazon, тратят миллионы долларов на юзабилити. Это факт. Мы об этом знали еще в 2012 году. Они тратят миллионы долларов на доработку юзабилити сайта. Вдумайтесь. Они следят за то, чтобы пользователь, прежде что-то купить, проходил минимальное количество кликов мышкой. Это вы должны попросту понимать, что это самый отвратительный вариант корзины, который вообще может быть. Хотя я уверен, вы найдете еще хуже, но из тех найденных это просто отвратительный вариант. Оплата на карту Приватбанк, окей. Использовать промокод, примечание к заказу. Я просто балуюсь, давайте. И отправляем его на подтверждение. Здесь мы делаем то же самое. Я новый покупатель, Иван Иванов. Из мобильного телефона, с мобильным телефоном каким-то из России, пускай будет.
с электронной почты Иванович Ивано там mail.ru. Угу. Так. И что? Ну, товар недоступен. Товары из этой категории недоступны. Вот. Они доступны. Угу. Значит, мы не хотим. Ага, видите? У розетки есть защита от дурака. То есть, если я написал меньше цифр, соответственно, она проверяет. Ну, она проверяет еще на код. А если я написал вот так, тоже проверяет. Защита от дурака зачем и нужна? Чтобы кто-то, если не дописал номер, да, она не могла провести заказ дальше. Соответственно, нужно продумать защиту дурака так, вот как я показал в розетке, что она продумана как номер, написанный через плюс 3,8, также номер, написанный вообще без плюса. А может быть даже и начиная с восьмерки, потому что некоторые до сих пор так пишут номера. Итак, как мы видим, дальше идет логика. То есть вот то, чего не было у предыдущего заказа, мы видим логику, где можем выбрать как угодно товар. Ага, и вот она говорит, несовместимый способ оплаты. То есть самовывозом она предлагает мне другие варианты оплаты. Но, как мы видим, корзина очень медленно и постоянно выдает какие-то задержки. То есть, и выглядит она действительно как выбор какого-то там сложного математического решения. Ну окей. Вот, телефон получателя нет. Ну, мы предлагать заказ при получении. Нам не перезваните мне, я уверен в заказе. Вот, заказ подтверждаю, в общем, а как мне выдать? И самое забавное, что я не могу оплатить заказ при получении. Вот, и оно мне все равно предлагает карты онлайн. Если мы сделаем самовывоз сегодня. В общем, мы видим целый трэш. Для того, чтобы заказать... А, еще хуже, мы видим, что я сделал два заказа, и система разбила их на два разных заказа. Это особенность магазина. Он так делает, теперь мне действительно придется доставку в Киеве делать набитые пиксели, да, а самовывоз из наших магазинов, ну, собственно, да, как-то реализовано не очень. Ну, то есть, на самом деле, очень, как говорится, сложно сделано. Я не уверен, что дойду до заказа, но я уже сейчас тону на нем просто. Я все понимаю, но юзабилити катастрофическое. Я понимаю, что если я буду залогинен, то мне придется тут... Какой латинский буквы? Вот, телефон... Пожалуйста, скопируйте, дублируйте, не перезванивайте. Ну, заказ все равно не подтверждается. Ага, номер не понравился. Номер не понравился. Мне не нужен промокод. Мы так и не поняли, как заказать заказ в розетке, так что розетка не самый лучший вариант. Смотрим дальше. Здесь мы видим более простой метод заказа, где мы можем сразу получить там бонус счет, вот для, если вы вошли. Ведь здесь указываем отделение новой почты, если оно выбрано, либо адресная доставка, здесь мы пишем адрес. Идеальная корзина для интернет-магазина. Почему? Потому что все уточняющие данные можно спросить потом. Можно уточнить, если что-то не так. Более того, всегда перезвонят и уточнят данные. Это этикет практически крупных интернет-магазинов. То есть на самом деле оно так и работает. То есть вот я выбираю адресная доставка, указываю свой адрес, либо отделение новой почты мы выберем, например. Способ оплаты наличными, пожалуйста, имя, фамилия. Здесь мы пишем все, что угодно. Вот идеально написано, как надо вводить номер телефона. То есть все, мы его ввели. Здесь можно делать действительно эту галочку «Не звоните мне», потому что некоторых раздражает, либо им неудобно подтверждать заказы. Например, он заказал и сидит на работе, и телефон не может поднять. Это действительно удобная галочка. На самом деле, я сам не люблю, когда мне звонят интернет-магазин, а потом в итоге мой заказ забывают, потому что я не успел принять трубку, мне приходится их вызванивать, а до них иногда сложно дозвониться. Галочка сделана для тех людей, занятых людей, которые часто заказывают что-то и уверены в своем заказе.
Вот. То есть, собственно, и здесь вот, собственно, мы берем, делаем заказ. Но Анатолию не надо, мы сейчас на какую-то левую почту отправим этот заказ. И, соответственно, смотрим еще парочку сайтов. Здесь мы видим ту же катастрофу, где нужно, не знаю, тут вводить вагон данных, казалось бы, но действительно их тут вводить посложнее. Ну, то есть почему? Потому что по умолчанию поля не выбраны. Это действительно проблема, потому что предыдущий заказ, как говорится, в этом плане был идеален, потому что там не было ничего сложного. Я просто выбирал из небольшого количества чекбоксов и выбирал нужный мне вариант. Соответственно, остался последний у нас магазин, который предлагает просто сделать самовывоз, ввести и фамилию, имя, отчество. До сих пор не понимаю, почему нужно еще отчество, в какой мы стране живем. Так, 096, давай. Отчество, введите ваш e-mail. Пожалуйста, я получатель заказа. Способ оплаты наличными из магазина любого. Добавить комментарий заказ. Привет от SEO Quick. И подтвердим заказ. Обратите внимание, как выглядит финальная страничка оформленного заказа у интернет-магазинов каждого разного. До розетки мы не добрались, поэтому мы даже смотреть не будем. Обращаем внимание, скучная страничка. Ваш заказ принят, повторенная 2 раза. На эту страничку действительно все забивают. Я хочу, чтобы комментаторы сейчас на сайт, ну, те, кто смотрит это видео, рассказали мне, как они оформляют эту страничку. Ребята, просто напишите мне, у меня эта страничка проработана, у меня все классно. Либо действительно я на эту страничку забыл, спасибо, Николай, что сказали мне. Вот хочу увидеть примерно, ну, 2 таких вот вида комментариев. Вы можете писать как угодно, конечно же, но вот хотелось бы увидеть отклики, там типа, ну, помогло кому-то это мое видео на обратить внимание даже на вот эту маленькую мелочь. А на эту мелочь, она на самом деле отвечает на то, серьезный вы действительно бизнес или просто создали сайт на коленке и пытаетесь продавать товар, не знаю, сидя у себя в гараже. Действительно, это определяет многое. Поэтому мы смотрим на следующих, как говорится, мы смотрим, к примеру, тут у них через Google отзывы клиентов функционал. Кстати, это очень необычный сервис. Я впервые его вижу одного из клиентов. Но мы видим, что заказ оплачен. То есть заказ не оплачен, ждет обработки. Вот его статус. В личном кабинете я уверен, что я смогу его отследить. Есть удобный колл-центр помощь. Вот моя стоимость заказа. Вот, собственно, вот автоматически создали вам личный кабинет. То есть все очень классно, начислили бонусы, в общем, реально меня порадовали. Я могу сразу зайти в личный кабинет, вот мой юзер, у которого есть свой заказ, который не оплачен и ждет обработки. У каждого заказа есть своя страничка, на которую можно попасть только если вы зарегистрированы. Ну и админы, конечно, тоже могут посмотреть. Это действительно является ключевым. Здесь мы не смотрели, смотрим, как это реализовано здесь. Здесь мы видим вот наш заказ, как его получить. Здесь вот, собственно, этапы прохождения заказа мы видим. Здесь уже потом предлагают кросс-товары. Это неправильно, потому что кросс-товары лучше предлагать до. Они работают лучше до. Ну, конечно, и после тоже неплохо. И скучная подписка. То есть на самом деле, как говорится, здесь мы не видим большего удобства даже у крупного мастодонта рынка. Поэтому действительно юзабилити у небольшого магазина iLaunch проработано куда круче, чем у даже крупных мастистых интернет-магазинов, потому что действительно ребята уделяют внимание сайту. Это очень их сильно выделяет на фоне других конкурентов. Я не пиарю iLaunch, iLaunch'у привет, если они вдруг меня смотрят. Но, конечно же, я стараюсь выделить ключевые моменты, которые на каждом сайте реализованы. И это мы уделили внимание корзине. Итак, это была вторая часть нашего видео, циклу видео, посвященному юзабилити сайтов. Я коснулся исключительно интернет-магазинов. Мы прошлись по шапке и корзине. В следующем видео я хочу рассказать по поводу подвалов, по поводу страниц контактов, а также каталогов. Помните, я буду рассказывать все тщательно, показывая каждый сайт, сопровождая примерами и аргументируя, как действительно оно лучше. Потому что на самом деле все эти элементы на самом деле являются действительно ключевыми. Потому что действительно я вижу плохие сайты. Ко мне часто приходят плохие сайты настроить контекстную рекламу. У них могут быть иметь кучу ошибок именно в юзабилити. Я не копаюсь сейчас в коде, не копаюсь в микроразметке, не копаюсь сейчас в скорости загрузки. Я смотрю исключительно на юзабилити.
следующих видео также я коснусь мобильной версии. Мы пройдемся, как измерять аудит мобильной версии, как смотреть аудит мобильной версии. И буду показывать на примерах аудит мобильной версии разных сайтов. Так что, как говорится, stay tuned. Не забываем подписываться. Нажимаем на колокольчик. Задаем вопросы в комментах. Все, что касательно следующих анонсированных тем, я хочу услышать ваши вопросы также в комментариях, я на них отвечу и даже процитирую того, кто мне их задал. Итак, до новых встреч!